Так. Вот. Да. Ну что, выиграли уже, да? Такие же. Даже не почувствовали, ёпт. Победа 3-0. Парни, я вас вообще в принципе не слышно там. Скоро начинаются кубковые игры. Вах, те клубы, которые стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. И посмотрим, кто лучше себя покажет в этом году. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Алаба. Ройс. Надежно играет защитник, атака прервана. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Тут защита справляется, потеря мяча. Моя рум. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Посмотрим за этой атакой. Блин. Защитник перехватил передачу. Ладно. Будет навес. Какой удар. Целил угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Напряг. Может получиться интересная атака. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Лэмпард. Джеко. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Все верно. Пора сместить акцент атаки. И этот штрафной может быть очень опасным. Защита справляется.
Мяч ушел в аут. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Хотят они довести мяч до верного, чтобы наверняка поразить цель. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Это может быть опасно. Лэмпард. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Янич. Здесь защита справляется, мяч отобран. Джеко. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Получает мяч на ходу. И все-таки атака захлебывается. Иньеста, Лухан. Хороший пас во фланг. Катает мяч перед чужой штрафной. Все-таки забрался в офсайд игрок и боковой поднимает флаг. Пока неплохо. Мяч у соперника. Офсайд. Пусть и микроскопический, но правило есть правило. Янич. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Классный отбор. Можно играть. Лэмпард. Пас голкиперу. Тянут они время. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Тут просто подарили мяч сопернику. Удар! Опасно! Это угловой удар. Очередной главой будет подавать команда. Головой наносит удар игрок. На этом атака окончена. Офсайд. Блин, так хорошо начали. Он накручивает соперников одного за другим. Джек. Да иди ты! Ну и исполнил. Повеселил публику и соперника. А вот самому ему сейчас не до смех. Да, форварду в этом эпизоде просто не хватило хладнокровия довести начатое до логического завершения. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мюллер. Посмотрим за этой атакой. Джеко. В этой атаке оборону пройти не удалось. Я там... Блин, как... Блин.
такой шанс был. Нас ждет второй тайм на Стэмфорд-Бридже. Моя румба. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Лэмпард. Джеко. Судья позволяет продолжить атаку. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Будет штрафной удар. Иньеста, Лукан. Это угловой. Бензема. Да. Гол. Команда забила и ведет в этом матче. Найс. Так, так, так. Сыграно как по нотам. Всех опередил он сейчас в штрафной соперника и без проблем отправил мяч головой в сетку. В первом тайме шла тактическая борьба, а во второй пришли, наконец, голы. Все верно, пора сместить акцент атаки. Да, второй забьем, будет вообще защитить. Может получиться интересная атака. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Нормально. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Да я ничего там не делал, что за бред. Голкипер забирает мяч. Офсайд, на грани офсайда, да, балансировал, офсайд. Но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Эх, жалко. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Угу. Пошли последние полчаса игры. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Такие передачи поторопился игрок с рывком, вне игры. Офсайды 5 против 0. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. Судья показывает на угол поля. Свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Атака продолжится через фланг. Да. Решил пробить. Да, так, теперь надо отбиться на угловую. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Все. Основное время истекает через 20 минут.
Ройс. Это может быть опасная атака. Он ведь Джеко. Да, да ладно. Удар. Yes. Опасно. Все, 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 все. Опасно. Все, все. Гол. Топ. Они забили еще Блин, один гол, увеличив этот мяч просто не получится. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Да, вот с первым ударом вратарь справился, но где были защитники? Оборона здесь голкиперу не помогла. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Посмотрим за этой атакой. Это штрафной. Да ладно, не-не-не, не в этом матче, на тренировке такое делают. Блин, еще прыгнем. Потерял он мяч, но кому он достанется? Топовый. Это может быть опасно. Великолепный пас. Да, да сколько вариантов-то было. Бля. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Да, их тут море, блин. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Надежно играет защитник, атака прервана. Бля, я наверх пойду. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Перехват мяча им. Бля, даже я буду. В последних секундах матча они получают право на штрафной. Так. На красном? Окей. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Обостряюсь. Вот это удар! Бля. Свисток орбиты. А паста был хорош. Да блин, останьтесь кто-нибудь со мной. Я тут себя некомфортно чувствую. Хорошая подача, но защита на чеку. Все, защитник перехватил передачу. Отлично сыграно, надо решать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Моя румба. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Да они ничего не могут делать, стоп. А что так мало? Добавил бы минут 30. Может получиться интересная атака. Один из последних свистков. Бля, опять 5 минут. Что за бред? Будет что вспомнить. Невероятное спасение. Мяч ушел на угловой. Так, Джеко. Какой гол! Защитники знают, что угловые опасны и пытаются держать игроков, но поди ж ты удержи. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Да, неприятная получилась ситуация, да, для вратаря, там один вообще сидит, не берущимся для этого голкипера. Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Канте-манте. Ну что же, матч окончен, крупная победа. Versace, I stay in a mansion like Marilyn Manson.
Это последнее место было, что ли, в лиге? Да. Нормальный матч. Да я останусь, без проблем. Победа есть победа, мы же не виноваты, там их мало было. Thank you.
сохранил этот битву.